Понедельник утро. Здравствуйте, мои друзья, знакомые. Все, кто собирается прийти на выставку, которая откроется в четверг. У меня осталось 3 дня. Работа в разгаре, и оглядывая количество работ, это то, что я еще не отвез. Я уже большую часть отвез в музей. Я, конечно, у меня голова идет кругом, потому что, когда начинаешь подготовку вот такую, то обнаруживаешь, просто невероятное количество, во-первых, недоделанных работ, а во-вторых, тем, тематик, названий, тех серий, которые были задуманы. И хочется показать, конечно, хочется показать все. Хотя прекрасно понимаю, что все показать невозможно. По таким первым наметкам, по первым, так сказать, прикидкам, буквально 1000-2 листов. Нет, больше, наверное. Вот подобных листов. Смотрите. Я, конечно, страдаю без грамотного искусствоведа, который бы пришел и мне помог бы все это разгрести. Самому мне это делать не очень интересно, честно говоря. Нет, с одной стороны интересно, с другой стороны просто уходит на это очень много времени. Вот в чем дело. Ладно, я объявляю конкурс. Будет много тем, будет много серий. Будет главная тема на всей этой выставке, что это будет как бы не просто выставка. Я категорически не хочу, чтобы висели работы, залы были пустые, люди приходили, так ходили и не знали вообще, что и к чему. Короче, я постараюсь присутствовать на этой выставке постоянно. Как смогу. Конкретные часы я буду обозначать в интернете. И буду обозначать темы, потому что я буду как раз там, на выставке, я вот об этом и думал, и, собственно, выставка в этом и заключается. Это работа на выставке, работа на самом вернисаже. Поэтому это будет не столько выставка-вернисаж, сколько это будет моя работа. То есть я переношу свою вот мастерскую, вот эту вот, все, что я делаю здесь, я переношу в музейную студию и буду там работать. Я буду что делать? Я буду вот огромное количество, у меня есть работ, которые... Пленэр имеет такую специфику, что там работы как бы всегда не заканчиваются. По крайней мере, акварельный пленэр. Трудно довести акварельную работу вот на пленэре до ее окончательного финала. Тем более, что, собственно, в таких работах, как я работаю, скажем, в такой манере, как я работаю, собственно, и финала-то нет. Вот в чем дело. И я не знаю, вот работа без конца. То есть можно доделывать, а можно остановиться. Таких работ очень много, которые можно показать, а можно еще дорабатывать. То есть она интересна, для, может быть, знатоков, ценителей графики, она интересна и вот в таком виде, да? А кто-то придирчивый скажет, здесь не дорисовано, здесь не дорисовано, здесь не дорисовано. Я не знаю, что это, дорисовано или не дорисовано. Или это вот такая специфика. Другое дело, что когда начинаешь дорисовывать, появляются там новые мысли и так далее. И вот эту работу по дорисовке, условно говоря, по доработке или продолжение работы, вот еще одно, наверное, такое вот название, и будет происходить на этой выставке. И все желающие могут так, помимо того, что ходить смотреть, по стенам могут просто стоять и смотреть, как я это буду дорабатывать, а может быть даже будем и советоваться с тем, кто пожелает мне что-нибудь помочь. Конкурс. Объявляю конкурс. Мне необходимо придумать название вот тому, что я сейчас объяснил. Это название серии вот этих незаконченных работ. Они незаконченные в какой-то мере, в условной. Посмотрите, можно считать вот эту работу незаконченной? При желании можно, да? Потому что здесь вот надо было бы еще прорисовать вот окна. Я так их оставил, потому что, сидя на пленэре, там мелкая такая работа, там все-таки там специфика пленэра немножко другая, чем уже в мастерской. И я такие мелочи оставляю доделать потом.
Потом не получается, потому что на следующий день следующий пленэр. И вот эти работы, там сотни листов у меня, вот такие вот, оказываются недоделанными. Короче говоря, мне нужно придумать название вот этой ситуации, этой акции и этой серии. Я вот, у меня в голове крутится там город без конца, работа без конца, там, работа над ошибками, штампованное такое название есть, оно, конечно, не годится, но вот что-то типа этого. Или, скажем, доработка, ну как бы доработка, она тоже вот, ну, слова-то, ну, название, как бы оно еще должно быть самостоятельным и самостоятельно все-таки литературно интересным. Задача. Помогите мне. Придумайте название вот этой серии акции и вот этому всему. Чтобы я это мог вписать, там, может быть, в афишу или, может быть, в список серий. Как вот называется серия работ, если я их выставлю? Ну, часть я выставлю. Я часть все-таки вот этих как бы неоконченных работ выставлю, я их буду показывать. Вот. И, может быть, даже прямо снимать со стен и тут же дорабатывать. Тут же дорабатывать какими-то деталями. Как назвать эту серию, как назвать вот эту акцию. Чтобы название было коротким, емким, выражало все вот это вот, с одной стороны, завершенное. Я вот сейчас уже приходит в голову что-то. Завершенная незаконченность. Незавершенная законченность. Оксюморон, может быть, вот такое. Вот. Конец без конца. Не знаю. Бесконечный конец. Не знаю. Пока теряюсь. И, честно говоря, сейчас голова совсем другим занята. Я рассчитываю на вашу помощь. Вот я объяснил. Прошу высказаться, да? Ну, естественно, от меня подарок. Какой? Ну, пусть будет сюрприз. Ну, понятно, что это будет какая-то одна из работ миниатюр графических. Может быть, как раз из этой самой незаконченной серии. Или, скажем так, если победитель придет на открытие выставки, а я на открытии выставки обязательно буду что-то рисовать, может быть, как раз вот попробую закончить одну из работ при всех, да? И может быть, я победителю это подарю. Не знаю, я пока не обещаю, поскольку я еще не знаю, что именно я буду делать на открытии. Но то, что я буду обязательно что-то делать, это безусловно. Потому что банкета не будет. Я не хочу, чтобы по моей выставке ходили люди с рюмками водки, вина и полупьяными веселыми разговорами там тусовались. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы на мою выставку пришли люди очень заинтересованные, жаждущие общения с художником и желающие узнать, что же это все-таки такое. Те, которые хотят не только смотреть, но и слушать. Да? А нормально поговорить можно в трезвой обстановке, в хорошей, в доброй. Поэтому банкета не будет. Единственное, что могу обещать, что может быть еще и закрытие выставки, подведение итогов. Там мы что-нибудь, может быть, придумаем. А вообще, выставка для меня это не еда и не питье. Ну, вот если я кого-то разочаровал, ну, извините, но вы можете там перед этим принять или после. Я не хочу, чтобы люди у меня были грустные, и тем не менее я хочу, чтобы у меня были нормальные, трезвые, добрые, доброжелательные, заинтересованные собеседники. Выставка «Иркутские зарисовки» открывается в четверг в 18:00. А пока конкурс. Пока я побежал работать.